1 июня в парке культуры и отдыха имени Пушкина Станицы Северской провели большой праздник для детей. Здесь всегда многолюдно, ну а сегодня было в особенности. Открыли мероприятие на большом круге. Стройными рядами прошли участники детских общественных организаций из разных школ района. Жуковцы, экологи, казачата, отряд юных инспекторов дорожного движения. У вас у каждого есть свое увлечение. Кто-то занимается экологией, кто-то историей. Это самое главное, чтобы вы понимали свое будущее. Поздравил детвору глава района Андрей Дорошевский. Я поздравляю вас с этим праздником и желаю, чтобы летние каникулы для вас были яркими, впечатляющими, незабываемыми, чтобы вы завели себе новых друзей, получили яркие эмоции, отдохнули и просто были детьми. С праздником! После небольшой творческой программы гости мероприятия отправились познакомиться с организованными на аллеях и газонах парка бесплатными мастер-классами работой спортивных и развлекательных станций. Можно было и попрыгать, и порисовать, поучаствовать в викторине или посмотреть советское кино. Помимо развлекательных площадок работали и поучительные. Районные стоматологи, например, рассказывали посетителям, как сохранить здоровье детской улыбки, а на станции ГИБДД инспектор Нателла Алексеева в игровой форме напомнила ребятам о правилах дорожного движения. Андрей Дорошевский не удержался от участия в некоторых развлекательных площадках. Глава ответил почти на все вопросы детской викторины по известным мультикам и стал победителем в выстраивании пирамиды из болтиков. Порой даже взрослым так приятно хоть на минуточку снова почувствовать себя ребенком. Для детей в Северском районе создаются все условия для счастливого детства и развития.